Что нам стоит ракету построить? Из картона склеим, будем запускать. И прицел из лазера сможем мы настроить. Всеобщее внимание будем привлекать. Корпус ракеты – рисованный картон. Градусник лежал в нем со сталинских времен. Лопасти из банка прилетели к нам. Стерли реквизиты и пин-коды карт. Носовая часть из стекловолокна. Приклеили компаундом. Смотрите, вот она. Склеили, покрасили все части от нее. Совсем как настоящая, готовая в полет. Для запуска ракеты мы взяли колбу, шланг. К машине прикрепили, пусть думают, что танк. Ракета, что придала, нам нужно сильно дуть. У нас ведь есть бутылка. Эх, придется нам рискнуть. Нажмем мы на бутылку, что означает старт. Изделие рванет, как бешеный гепард. Оно достигнет цели, у нас сомнений нет. Желаем всем удачи и стрельбовых побед. Да, можно. Раз, два, три. Наша ракета сделана полностью из материала принтера. Она легкая и написана «Купидон 3000». Мы назвали ее так, потому что в современном мире не хватает заботы о других. То есть у молодежи уходит, так скажем, коллектив. Каждый сам за себя. Поэтому мы ее назвали «Купидон 3000», чтобы молодое поколение стремилась с тем, чтобы быть всем вместе, воедино. То есть не было, как в армии говорил мой старшина, один пруток сломать легко, а попробуй сломай веник. По крайней мере, все. Металлический конус, пластиковая труба, воздушные шары и скотч. Заказанную помощь мы также хотим поблагодарить цеха 18-51 и сборочное производство номер 9. Мы рождены, что сказку сделать будет. Какое давление там, когда вы воду делаете? Отойти или не отойти? Начинаем. Наш девиз не победим. Склеим, смажем, полетим. Итак, уважаемая комиссия, представляю вам наш проект. За стол. Проект полностью соответствует пластическим заданиям. При разработке данной установки были использованы исключительно подручные материалы, полипропиленовые трубы, полипропиленовая заглушка, подкрылки, самое главное, у нас подкрылки были сделаны из гофрированного картона, ранее использовавшегося как коробка под манометр. В качестве соединительных элементов был использован сварочный аппарат полипропиленовый для труб и швейная нить желтого цвета и изолента черного цвета, чтобы это закрепить все. Покраска изделия была произведена из баллончика аэрозольной эмали зеленого цвета. Для запуска ракеты был использован 30 кинетического пистолета при помощи баллона. Зажатый воздух, в ракету выталкивается сила ветра.
мажем начинаем? Нет, сначала замер. А, да. Да, потом краску нанесем. Да. Так, ну где начало ведь? Да. Начало? Просто считайте палку. Как хочешь. Да. Просто без палки. 21. А еще как это сделал? Да. Все обычно представляют. Расскажите, не знаю, можешь? Надо поднимать теперь. Да. 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 Да.